Что ж ты, глупая, плачешь? Я тряпец. Здравствуй, батя. Да ты ж мужик совсем. Сын. Батя. Жуем. Нагайцы сильно беспокоят. Одно время было, зачастили. А как твой Леха свой караул собрал, присмирели. По степи рыщут, а к нам не ногой. Мой Леха караул собрал? А чей еще? Видал бы ты его с саблей, любо-дорого. Прям как мы с тобой в молодости. Погляжу, успеется. Семёна дочка совсем невеста стала. Красавица. Чего молчишь? Приметила я, как она на тебя смотрит. По всему, видно, не чужая невеста. Когда жениться думаешь? А я, бать, про женитьбу вообще не думаю. То есть, если жениться, то чтоб как у вас с матерью. Один раз и на всю жизнь. Чтобы она меня ждала, как мать тебя ждет. И чтобы меня только к ней тянуло, где бы я ни оказался. Вот значит как. Ну, хорошо. А то уж я подумал, что тебя будто ветром от юбки к юбке носит. Нет, бать, не носит. А теперь вон и ты вернулся. Глядишь, с выбором поможешь. Я скоро уеду, сынок. Как уедешь? Куда? На Туреччину. То зимой, когда нас кучумцы в Искерии осадили, думал, помру. Голодно, холодно. Идешь в дозор, мысль одна, не уснуть бы на морозе. Бывало, что казачки вот так вот засыпали, стоя на посту. Так их потом вместе с пиками так в землю и клали. Примерзали они к пикам. Прирастали. Вот тогда-то при Святой Деве я и дал обет. Коли домой живым вернусь, приду на поклон к ее могиле. Так что дорога у меня теперь одна. К Елеонской горе, в долину Кедрон. Мать знает. Не говори ей до времени. Дух переведу, сам скажу. Нагайцы! Давай!
Я отцу слово дал, что клятву его исполню. Ты отцу слово дал мать и сестру беречь. Я вернусь, мама. Обед исполню и вернусь. А за вами, покуда дядька Семен приглядит. Не пущу. Не пущу. Эпоха великих войн закончилась. Мир стал таким, каковым ему суждено быть многие столетия. Это понимаем мы с вами, это понимают ваш сюзерен и мой султан. С вашего позволения я продолжу свою мысль. Османская империя, как вы верно подметили, призвана стать в новом мире ключевым звеном, связующим Восток и Запад для нашего всеобщего блага. Это так. Но... Есть «но». Да, многоуважаемый визир, есть. И имя этому «но» – Российское государство. Государь, государь! Нет, Борис Петрович, Годунов.
Следуйте за мной. Никого не пускать. По-прежнему сильны, Клементий. И сил у них довольно, чтобы ломать хребты европейским государствам. Никто в Европе не захочет воевать с османами. Они другое затеяли. Европейские посланники в Стамбуле нашептывают мысли о походе на Русь. Кому нашептывают? Ты же сказал, что Мехмед уехал из Стамбула. Мехмед в походе. Но в городе у него множество советников. На Мехмеда имеет влияние один из его визирей, Хасан. А Хасан дружен с посланником английской королевы. Да нет, ерунда. После того, как туркам под Астраханью зубы пообломали, они на Русь не сунутся. С тех пор много воды утекло. Русь другая, турки другие. Да и рассказы про Сибирь с ее богатствами по всему свету разошлись. Так что свой интерес у османов будет немалый. Отправляйся обратно в Стамбул. С визиря этого глаз не спускай. Ежели что узнаешь, без промедления мне доклад с гонцом. Кто такой? Что тебе надо? Приближаться к каравану запрещено. Не понимаю я тебя. Стой, слезай с коня. Оставь оружие. Оставь оружие, я сказал. Еще раз тронешь, я тебе руку сломаю. Ты кто? Я иду в долину Кедрон. Ты вот подумал, может, нам по пути? То есть ты хочешь служить господину Машхади? Я слуги не набивался. Купец казаку не хозяин. Нельзя столь неуважительно говорить с господином Машхади. Гоните его прочь! Я же тебя предупреждал. Боже, что боже. Это такое? Чтобы я больше не видел этого неумеху. Машхадибей. Господин Машхади, я только выполнял вашу волю. Господин Машхади. Господин Машхади. Пощадите! Я прикажу убить этого наглого Геура. В своем караване приказы отдаю я, а не ты. Эй, русский!
Ты изувечил моего человека. Было бы крепко, не сломалось бы. Зачем тебе то, что легко ломается? Мой караван идет в Стамбул. Можешь остаться, но будешь работать бесплатно. Ешь, ешь. Бенни Хичмен Ламерсон. Чего? Ты что, вообще не понимаешь меня? Как тебя звать? Алёха Кречин. Не Алёха, а Ли. Ты должен учиться говорить. Атеш. Атеш. Ханчер. Ханчер. Экмек. Экмек. Звал Борис Федорович? Звал. Служба тебе есть. Поедешь к туркам, как посланник государя. И чем же в этот раз мне ехать надлежит? Дело войной пахнет. Европа решила столкнуть нас и порт лбами. Разумеется, за свои выгоды. А война нам, ох, как не с руки. Не сдюжим мы сейчас войны. Так что, Данил Иванович, ехать надо. В этой грамоте изложены все наши чаяния. Россия с османами войны не желает. У нее своих врагов довольно. Впрочем, как у Османской империи. Им тоже воздух нужен после боев. Как приедешь в Стамбул, всеми правдами и неправдами добивайся встречи с султаном. Грамоту эту передашь лично Мехмеду в руки. Это ведь не государем писано. Это мной писано именем государя. Извини, Борис Федорович. Чудно это как-то. Дело государева. Мне ты доверяешь. Послание государева ты передаешь. Грамота государева твоей рукой писана. Не доверяешь? Я человек прямой. Скажу, как есть. Я царю служу. Ни Шуйским, ни Бельским, ни Ромадовым. Извини, ни Годуновым. Ступай за мной. Здравствуй, государь. А Ирина Федоровна не говорила, что ты придешь? Что ж ты Ширину не рад? Согласие твое нужно на богоугодное дело. А Шуйский говорил, без его ведома никаких посторонних бумаг не подписывать. Что же, это я посторонний? Я ж братка твой. Сургуч застынет. Спасибо, государь. Вот так, Данила. Некому более на Руси править.
А дела державные делать надо. Но есть и другие. Кто? Они же все под себя гребут. А меня ты знаешь, Данила. И я не для себя стараюсь. Господин Машхади. Что тебе? Ты говорил, что твой караван идет в Стамбул. Я тебе не говорю, что мы едем прямо. Для купцов нет прямых путей. А чем ты недоволен? Я тебя кормлю, пою, выучил языку. Посмотри, что это за люди. Стой, не приближаться. Негоже христианину поднимать оружие на простого инока. Ты из казаков будешь? Да, отче. Звать как? Алёха кличут. Куда караван идет? В Стамбул. Можешь проводить нас к своему хозяину? Нет у меня хозяев. Эти люди паломники. Они идут по святым местам. Просят дозволения ехать с караваном. Мы можем заплатить. Царь с посланием отправляет. Она так дожидалась. Днями у окна сидит, все глаза проглядела, а ты проститься приехал. Подарка ждала. Слышала, что я матери говорил. Ну, не серчи. Вернулся я. Исполню царев наказ и вернусь. Один наказ исполнишь, другой будет. Так ведь? Ну, пожалуй, что так. Отче, Машхади велел не отставать. Купец за свой товар боится. А что, есть чего бояться? В крепости нечего. Там османы хозяева. Купцы под их защитой. А здесь власти нет. Тут баши-бузуки хозяйничают. А почему же османы их не утихомирят? А зачем?
Баши Бузукина османов хвост не задирают. Зато все население в страхе держит. О, а вон и крепость. Тысячи жизней. Эй, куда ты? Мешаться? Нет. Я досмотрю до конца. Надень это. Спасибо. Видит Аллах, я хорошо платил своим людям. А эти псы бежали при первой опасности. Ешь, пей. Сегодня ты герой. Тебе можно все. Пойду принесу еще греческого чаю. Откроешь рот, зарежу как барана. Это он, бег. Видит небо. Здесь какая-то ошибка. Я купец. Ошибка в том, что Геур, который служит тебе, поубивал моих людей. Русский? Он мне не служит. Я ему не плачу. Слушай, купец. Привезешь его, или я прикажу сжечь твой товар и перерезать тебе глотку. Приказано досматривать все повозки, покидающие крепость. А это кто? Это мой бывший слуга, неверный.
Он отдал душу своему нечестивому богу. И везем его тело на Геурское кладбище. Ты врешь, купец? Он жив. Зови начальника караула. О, купец. Это же тот Геаур, что вчера бил всю городских ворот. Да, это он. За убийство правоверных. Мы сдерем с него кожу и отдадим шакалам. Мой бег так приказал. Вопросы жизни и смерти здесь решает только Байзет Ага. Купец, разворачивай. Отвезешь этого Геаура в гарнизон. Копили. Кому тут нужен евнух? Ладанка. Где? Ладанка. А где? Он еще не отошел от действия опия. Уложите его. Пусть спит. Приветствую тебя, благородный Улем. Окей, длань султана в этих землях. Что тебя привело к нам, бек? Я пришел к тебе восстановить справедливость. Твои люди не дали свершиться благородной мести. Проклятый Геаур поубивал моих людей, правоверных мусульман. И избежал наказания. Это неправильно. О каком Геауре ты говоришь? Не о том ли, что защитил купцов, когда твои люди хотели отнять их товар? Не о том ли, что бился, как дикий барс, и сразил шестерых? Отдай его мне. Я сдеру с него шкуру. Живого. Того Геаура больше нет. Есть раб нашего великого султана. Правоверный мусульманин Али. Обряд был совершен сегодня на рассвете, по всем законам шариата, как положено. Раз! Два! Три! Четыре! Почему не ешь? Есть надо, силы нужны. Как воевать будешь? Я не буду убивать. Вставай. Время намаза. Аллаху Акбар. Ты кто? Полковой мулла. Ты янычар, раб султана, как и все мы. Это великая честь. Чего тебе от меня надо? Ты должен есть, должен молиться, должен служить султану. Это твоя оплата за жизнь. Нужна такая честь и такая жизнь.
Твоя непокорность принесет только страдания. И неповиновение. За отказ выполнить команду ты получишь 20 ударов палкой. За то, что поднял оружие на своих единоверцев, еще 20 ударов. Белкир эфенди, приговор привести в исполнение. Арслан! Хочу сразиться с тобой. Лучше сразу убей. Или я тебя убью. Проходи, Гелим. Русский царь отправил посольство в высокую порту. Как докладывает верный мне человек, послание русского царя нашему великому султану должен передать Данила Исленев. Русские хотят мира с высокой портой, а я хочу, чтобы это письмо не попало к султану. Я хочу держать этого Исленева вот так. Можно было бы подкупить посланника. Исленев верен своему царю. Я думаю, что с ним можно договориться только в одном случае. Если в наших руках окажется его главное сокровище. Я хочу, чтобы мне доставили дочку русского посланника. Только так, чтобы никто не заподозрил в этом османа. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар! Помогите ему. Аллах!
Садись, владыка. Думаю, в Диком Поле и по Волге крепости строить. К войне готовишься? Мира хочу. А кто мира хочет, тот к войне должен быть готов. Если тебе, Борис Федорович, нужен совет, как крепости строить, то это не ко мне. Я в военной части не сведущ. Ты в других делах сведущ. О московском патриархате думаю. Ежели Москва Третий Рим, то патриарху тут и место. Как думаешь, митрополит? Смелые у тебя мечтания, Борис Федорович. Никаких мечтаний. Государство мечтами не строится, только расчет. Ну что, митрополит, готов стать первым на Руси патриархом? С огнем играешь, Борис Федорович. Ни Константинополь, ни Александрия на это не пойдут. Ежели Русь православная, я хочу, чтобы она не только на бумаге православной была. Чтобы каждый мужичонка знал, что в Москве патриарх сидит, а не где-нибудь за семью морями. Ну что, готов служить? Или мне другого патриарха искать? Готов. Другого и не ждал. В зиндан его. Твой Бог не примет твоей жертвы, ибо ты совершишь страшный грех. А разве не грех изменить своему Богу? Омойся, русский. Намаз надо совершать чистым. Базидага, зачем ты с ним возишься? Ты только скажи, и я выбью из него непокорность. Нет, сломать волю, значит, породить злобу. Зачем великому султану безвольный и злобный воин?
Али. Отче наш, ижеси на небеси, святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и земли. Добро пожаловать, уважаемый Семир Эфенди. Отважный Келимбей давно не прислал к нам своих людей. Отважный Келимбей не забыл про тебя. Он прислал меня по неотложному делу. А отважный Келимбей прислал еще что-то, кроме неотложного дела и тебя, уважаемый. Ты че брешь? Лесу в поле чуешь? Свидетелей не оставляем. Девку берем и уходим. Келимбей будет недоволен, если мы не справимся. Келимбей будет доволен. А ну вставайте, или пинчо разлегся. Хозяйка еще третьего дня велела дров наколоть впрок. Вставать! Авдеич! Ты нарва! Ищите девку! Надо спустить сундуки на землю. Позови людей. Мои матросы не носильщики, уважаемые. Фуркат, Ясим. Пришел, Мирон. Плохие вести, Борис Федорович. Татары имение Дека и Слинева разорили. Терем сожгли, челядь поубивали. Жену и Слинева тоже. Дочку и Слиневскую в полон увели. Под пасок видел. В конуре схоронился. Дочку и Слиневскую, говоришь? Значит, за ней и приходили. Может, совпало.
Нет. Не бывает таких совпадений, Мирон. Ну так что теперь? Посольство отзывать? Подожди. Данила Ислинев большого ума человек. Только на его преданность в переговорах с османами и могу понадеяться. Когда человеку кровинку родную в обмен на государеву тайну предложит, надежды на его преданность немного, Борис Федорович. Я из Ленева не один день знаю. Не то меня сейчас тревожит. Об отъезде государева посла в Стамбул мало кто знал. О послании его тайном и того меньше. Так как же османы об этом пронюхали? Лазутчик у нас завелся. Мирон. Не иначе. И эта вражина совсем рядом. В самом ближнем государевом окружении. Все, отчаливай, без нас. Что делать? А там один торгуешь. Почти, прими мешок. Эй! Позови мне капитана. Посены не осага, отдыхать, не велел будить. Я велю! Кто рвет глотку без моего разрешения? Вот письмо. Ты повезешь девку в Трапезунд. И смотри, хорошо следи за ней. Иначе ваш султан отрубит твою лысую голову. А ты почему ее так замотал? Она хитрая и злая, как все русские. Так что лучше ее не разматывай. Эй, Бахчи, запри ее в моей каюте. Хитро задумано, а? Еще как хитро. А знаешь, сколько Бориск таких крепостей хочет поставить? Борис Федорович говорит, крепости нужны, чтобы мир был. Ему крепости нужны, чтобы к казне присосаться. Обманывает он тебя, государь. Не может такого быть. Он же брат мне. Не тебе он брат, а жене твоей. Он твоей доверчивостью пользуется. Не давай ему денег, государь, а будет просить, ко мне отправляй. Ступай с Богом, Василий Иванович. Устал я. Видишь, какие времена нынче, Мирон. Своих приходится слушать. Шуйского подозреваешь? Всех подозреваю. Шуйского, Бельского, Мстиславского, Романова. Ну, не знаю. Какие-никакие. Но зачем против Руси что-то затевать? Они же все при власти. Именно что при власти. Если четверо власть делят, и каждый при власти, кому не захочется единолично управлять? Вот что, Мирон, пригляди за этими боярами, м? Пригляжу, Борис Федорович. Ты красивая. Не бойся, я не причиню тебе вреда. И ты должна обучиться языку. Сизин или мини заехти я, Джимюк. Не нужна мне твоя наука.
Не бойся, дай руку. Я не стану заворачивать тебя в ковер, как дикие кремчаки. Но и ты должна вести себя пристойно. Отпустите меня. Мой батюшка приказной дьяк, государев человек, он богатый. Он заплатит, только отпустите меня, пожалуйста. Зачем мне деньги, если мне отрубят голову? У меня нет выбора. И у тебя тоже. Поешь. Мне нужно человека к османам отправить, послание передать, чтобы память хорошая была, чтобы Клементия знал, и чтобы в случае чего мог бы себе язык откусить, а лишним не сболтнуть. Есть у тебя такой? Найдется. Сейчас война между русскими и османами уже не выглядит столь недостижимой целью. Записал? Да, сэр. Позвольте спросить, чем Россия так неугодна Англии? Своим существованием, дорогой мой Уильям. Россия слишком быстро прирастает землями. Говорят, в Сибири золото лежит под ногами прямо на земле. А пушного зверя, как ворон в Лондоне. Российское государство размерами уже больше всей остальной Европы. Вчера это было Московское княжество, сегодня царство. Завтра оно станет империей. То же самое было с османами. Еще вчера они были горсткой воинственных кочевников, а сейчас эти дикари обосновались в центре мира. Стали империей, диктуют всем свои правила. Но Англия не играет по чужим правилам. И нам не нужны две варварских империи под боком. Так что пусть османы и русские режут друг друга, а мы будем стоять в стороне. Но в конечном итоге кто-то же победит. Нам важно, чтобы они убивали друг друга как можно больше. Тогда в конечном итоге победим мы. Это письмо должно быть доставлено Ее Величеству в самые короткие сроки. Ходит и ходит, и пес бы с ним. И в том беда. Так он там соловьем разливается. Государю елей в уши льет. Государь мягок, может и поддаться. Уже поддался. Федор Иоаннович ему средства на крепости-то выделил. Только не о том ты говоришь, Богдан. Другое хуже. Государь меня слушать перестал. Вроде слушает, как прежде. А делает по-своему. Вернее будет сказать, по-годуновски. Когда совет собирали, кто себя первым среди равных обозвал? Ты же кричал, что лучше одному от имени всех с государем говорить, чтобы его не смущать. Подвинул всех. А теперь, когда он тебя одного слушать перестал, прибежал. Не слушать, а слушаться. Придумали, когда перелай устроить. Делать что будем? Это ты так заволновался, потому что государь Дингою идею Годунова с крепостями поддержал, а не твою с пушками. Какие пушки? Которые ему англичане под войну с османами обещали по сходной цене. Кому война, кому мать родна. Воевать все равно придется. Годунов это знает, поэтому и забегал со своими крепостями. И пес бы с ним, если по одну-две затеял строить, так нет же у него охват такой, что пол казны оттяпать сможет. Притопить его надо, пока силу не набрал. А зачем? Чтобы шуйских повыше подсадить? Не о том ты думаешь. Пока мы с вами здесь беседы ведем, Годунов тишком на трон вползает. Что ж ты за спиной с англичанами сговорился? Нехорошо это. И ты туда же, Богдан. Какой сговор, коли денег нет? Было бы царево одобрение, был бы разговор. С англичанами? Да поделился бы я с тобой. Ведь ты меня знаешь. Угу, знаю. Поделился бы. Но в одном ты прав. Годунов выше дозволенного лезет. Уронить его пора. Но тут есть одна заковыка.
На крепости деньги просить легче, чем на пушке. Если война не случится... Случится, Богдан. Случится. Подай лепешку. Ты грозился меня убить? Прошу. Дайте ему ятаган. Отдаешься? Я не могу портить имущество великого султана. Драцины чаром, это тебе не гладранцев раскидывать. Ты разочаровал меня. Ты машешь ятаганом, как дубиной. Прекратить! Все-таки, уважаемый Базид ага, в этот раз ты был неправ. Этот русский боец – никчемный боец. Но я сделаю из него воина. Встать! Марш в казарму. Держи, теперь это твое оружие. Дай. Я хочу, чтобы ты заточил вот здесь, чтобы рубить вот так. Завтра после намаза приду. Тебе сказали, зачем ты здесь? Ну и зачем же? О том рассказывать никому не велено. Что значит никому не велено? Соображаешь, с кем говоришь? Соображаю. Тебе и без моих слов все известно. А другим знать не надобно. Соображаешь. Ну, тогда запоминай. Послание на словах, бумаги не будет. И передать ты его должен точно слово в слово. Дочь Исленева османы в полон взяли. Знать о том Исленеву не надобно. Коли прознает, следить за ним особо. Ежели хоть малое подозрение на измену Исленева появится, докладывать с гонцом немедля. Послание это передашь лично сирийцу Клементию и никому другому.
Завтра же и выдвигайся. Ступай. Спасибо, кузнец. Что тебе здесь надо, Али? Иди в свой угол. Здесь едят мужчины. Чар казаку в бою неровня. Покупай коня! Покупаю твоего коня. Опять ничего не ела. Не хочу. Это плохо. У меня 6 дочерей. Каждая отдала бы все, чтобы быть на твоем месте. Быть избранницей султана – это величайшее счастье. Пустое. Я не буду утехой мусульманского царя. Османская империя – это сердце мира, а султан – владыка его. Если ты подаришь ему счастье, ты всегда будешь сыта и досмотрена. А теперь ешь. Не могу. Долго везли поперек седла. Теперь морская болезнь. Надо походить по твердой земле. Хорошо. Мы идем в порт пополнить запасы провианта. Возьмем тебя с собой. Богдан. Куда спешишь? Как куда? По государевым делам. Все мы тут по государевым делам. Вчера твои люди у торговых рядов бузу устроили. Человека преследовали. Так не человека, Борис Федорович, а Татя. Человек тут. Тишком пришел, куда не звали, тишком ушел. Подозрительно. А мне кажется, подозрительная рьяность твоя. С чего это вдруг ты чужих служивых людей ловить удумал?
твой человек, что ли? С чего ты взял? Просто присматриваю я за тобой, Богдан. Ты, я смотрю, себя уже царем возомнил. Так ты не торопись. И за тобой есть кому приглядеть. Хм. Сукин сын. Прости, Господи. Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь! Довольно! Разойдись! Шагай! Шагай! Хорошо. Здесь мы встречаем карету и провожаем ее до Стамбула. В охране 10 человек. Ехать быстро. Лишнего внимания не привлекать. Сопровождаем его беречь, как самого султана. А в карете кто? Кто-то из знатных вельмож? Вопросы не задаем. Наше дело сопровождение и охрана. Лукер эфенди, отберешь 8 человек. Выбирай самых лучших. Да будет милостив Аллах к посланнику русского царя. Что привело тебя сюда, Данила Ислиев? Когда великий султан вернется в Стамбул с победой и в добром расположении, я хотел бы оказаться среди первых, кто с ним встретится. Я хочу видеть султана, прежде чем другие испортят ему настроение. Все хотят видеть великого султана. Он не может одарить своим сиянием каждого. Любое дело могут рассмотреть без участия султана. Мое дело предназначено только для ушей султана. Есть установленный порядок. Можно прийти завтра к этому времени. Здесь будет Атмаджа Паша. Если ему понравятся твои подарки. Мои подарки, как и мое дело, предназначены только султану. Всем построиться! Строиться! Башкор! Аздемир! Серхат! Арслан! Улуч! Карай! Ниджат! Ниджат, встань на место. Али! Подарок будет.
Зачем взяли меня с собой? Я казак, а не охранник. И раб из меня плохой. Ты хороший воин. Я видел тебя в бою. Знаю, на что ты способен. Даже не думай сбежать. Тебя все равно догонят. Не беспокойся, Базитага. Он не сбежит, я за ним пригляжу. Что застыл, как баран? Море никогда не видел? Никогда. Что ж ты тогда в жизни видел? Мы на месте. Здесь мы встречаем карету и сопровождаем до Стамбула. Смотреть на сопровождаемых особ запрещено. Вступать в разговор с сопровождаемыми особами строжайше запрещено. Забудьте, что у вас есть язык. Любой, кто откроет рот, будет наказан. Не надо, госпожа, никто не должен видеть ваше лицо. Все равно здесь никто не видит. Осторожно с девкой, чтобы ни один волос не упал. Отпустите меня! Я дочь государева человека, приказного дьяка! Ты будешь наложницей султана. Это честь. Нужно гордиться. Да я лучше сдохну! Это тоже возможно. Но только по воле и желанию султана. Послушай меня. Впереди долгий путь. Ты можешь провести его в седле или поперек седла. Выбор за тобой. Ну, отпусти меня, хрёк. Кучи, заверни ее в кошму. Ей нравится ехать поперек седла. Все тут сжечь! А
Оставили бы вы ее, госпожа, доведет она нас до беды. Бога побойся. Это святая Дева Мария. Нельзя оставить Бога, если не хочешь, чтобы Бог оставил тебя. Спрячьте ее. Если османы увидят, беда будет. И что они со мной сделают? В темницу посадят. Мне и так уже в темнице. Меня пожалеете. Я матушке вашей обещала. Воин, подай мне воды. Помоги котёр собрать. Спасибо. Ты не похож на османа. Ты русский? Нам запрещено говорить с вами. Так ведь это я с тобой разговариваю, а не ты со мной. Я казак. Как тебя зовут? Меня зовут Лилит. Я армянка, дочь князя. Так как тебя зовут? Теперь зовут Али. Раньше звали Алёха. Алёха. А мама тебя как звала? Мать зовёт Алёша. Почему ты служишь султану? Не по своей воле. Тебе сказали не смотреть в глаза и не разговаривать. Не нож! Он не виноват! Он не виноват! Довольно! Прошу прощения, княжна. Янычары больше не посмеют вам докучать. Он не виноват! Ты почему волосы отрезала, глупая? Красивые же были. Что ты думаешь, что султан от тебя откажется из-за такой мелочи? Сосуль кинжар ваш султан получит, а не дочь государева человека. Ты все-таки хочешь сбежать. Ну, идем. Алёш? Прости меня. Я не подумала. Я не знала, что будет так.
Очищи наши злые сердца, Богородица, и напасти ненавидящих нас укоси. Встань, княжна. Ты должна запомнить, и запомнить на всю жизнь. Нет другого бога, кроме Аллаха, и судьба тех, кто с этим не согласен, незавидна. Великий султан не сделает поблажки ни для одного христианина, даже для своей жены. Оставь своего бога под этим деревом. Али! Я знаю, что ты здесь. Подойди. Проводи княжну до ее шатра. Потом ступай спать. На посту тебя сменят. Отдыхай, княжна. С утра снова в дорогу. Али. Ты не смеешь говорить с ней. Я собственность султана. Она собственность султана. Почему вы собственность султана? И поговорить между собой? Тебе мало отрезали, чтобы ты имел право говорить с этой собственностью. Бросай якорь! Прибыли. Тут мы с тобой попрощаемся. А это для твоего же блага. Почтенный Ньезага? Да, это я. Я доставил ваш груз. Красивая. Только волосы плохие. Растить надо.
Это дворец султана. Глупая, ты в Трапезунде. Это дом губернатора. Топ-капы в тысячу раз богаче и в тысячу раз прекраснее. Идем. Заходи. Отдыхай. Тебе принесут еду, питье и одежду вместо твоих обносков. Тебя уехал. Ох, Высику, я тебя. Высику! А ну бегом, Митрич, догоняй! Авдеич, ты опять шумишь с утра пораньше. Вернется отец, я ему скажу, что ты мне спать не давал. А ты скажи, скажи. А я, Данил Владович, скажу, что Андрей Курбатов опять по твоим окошкам стоял. Улыбался, знаки подавал. Какие знаки? Что ты придумываешь? И откуда мне знать, чему ваш там Андрейка улыбался? Наш Андрейка, наш. Федор! Исленев прибыл в Стамбул, поселился. Практически не выходит, посетителей не принимает, ждет. Справлялся в великом султане его возвращении. Ни с кем, кроме султана, говорить не намерен. Но прибыл гонец из Трапезунда. Так скоро? Ты справился лучше, чем я ожидал. Дочь Исленева везли как русскую наложницу в дар Мехмету от Ногайского хана. Возьми людей. Поезжаю в Трапезунд. Привези мне ее лично. И чтоб ни одна живая душа об этом не знала. Я буду осторожен. Ты будешь очень осторожен. Я думаю, теперь Данила Исленев захочет поговорить с кем-то, кроме султана. Приветствую вас, Мурат Паша. Сегодня мои люди видели Келимбея. Он нанимал всякий сброд на западе от города. Денег не жалел и, судя по разговорам, собирался в Трапезунд. Сколько он нанял человек? Несколько десятков. Возьми людей, поезжай в Трапезунд за Келимбеем. Узнай у него, зачем он туда поехал. А если он не скажет? Мне нужно имя того, кто платит Келимбею. Имя того, чьи приказы он выполняет. Мне нужно, чтобы имя Хасана прозвучало из уст Келимбея и было повторено им перед судом Кадием
или самим султаном. Знаешь, откуда возникло название этой игры? Шахмат. Если переводить с персидского буквально... Шах умер. Лето. Мой старый боевой друг. Прекрасно выглядишь, хвала Аллах. Как бы мне не перепачкать твоей одежды. Все разговоры потом. А теперь прошу, мой дом, ваш дом. Дальше мужчинам нельзя. Дальше женская половина. Вход на женскую половину охраняют мои люди. Сегодня его будут охранять мои янычары. Дорогой друг, мне ведь тоже есть что охранять. Дорогой друг, девушка, которую сопровождаем мы, предназначена великому султану. При всем уважении, я не доверю ее охрану никому, кроме своих людей. В женской половине есть еще одна девушка, назначенная великому султану. И мои люди справлялись с ее охраной. Ее сопровождал не я. Мой дом, твой дом, уважаемый Байзидага. Пройдем. Приезд такой знатной особы, как вы, для нас неожиданность. Пока готовят ваши покои, вам придется погостить других. Зато будет с кем поговорить. Простите, уважаемая, я устала и хочу побыть одна. Госпожа Лилит, это ненадолго. Пока наши гости находятся в этом доме, им будут прислуживать наши слуги. Таков закон. Ваша служанка присоединится к вам, как только вы решите продолжить свой путь. Ты кто? Я подарок моего народа великому султану. Какой щедрый твой народ. И все же я тебя не понимаю, Байзидага. Ты бы давно же мог продвинуться по службе, жить спокойной жизнью. Достатки, почете. Чем выше ступенька лестницы, тем больше опасность. И у эмиров, и у шейхов. А я не люблю, мой друг, когда мне присылают шелковый шнурок или вонзают кинжал под сердце. Очень хорошо. Нам как раз нужен честный кади. Твоей рукой Аллах сможет вершить суд шариата во всем округе Трапезунд. У тебя будет свой дом, слуги. Станешь очень уважаемым человеком, Байзидага. Я могу похлопотать, и ты займешь место кади. Мой дом — это гарнизон. Мои слуги — мои руки и ноги. Икону у тебя отобрали? Да. И с тех пор я ни разу не молилась.
У меня на глазах все поместье вырезали. Когда им этого не прощу? Давай сбежим отсюда. Я не могу. Если я сбегу, османы разорят мое княжество. Отца убьют. Всю родню убьют. Будет война. Судьба у меня такая. Жить среди османов. Уронила бусы. Подарок моего отца. Алёш. Тише, княжна. Услышь. Принеси жемчуг, пожалуйста. Пожалуйста. Что здесь? Все тихо. Только госпожа Лилит отказалась переезжать в отдельные покои. Почему не доложил? Был приказ не покидать пост. Иди отдыхать. Али, становишься в караул, через 3 часа тебя сменят. Это его зовут Алёша. Все верно. Алёха. Алёха Кречет. Странное имя для янычара, Алёха Кречет. Я казак. И не суди по одежде. Ты без косы и в этом наряде тоже не очень-то на русскую девку похожа. А ты называешь себя казаком и ходишь в янычарах. Зачем ты так, Анна? Он хороший человек.
ты ничего о нем не знаешь. А зачем мне что-то знать? Достаточно того, что он родную Веру предал. Не злись на нее, Леша. Вот твои бусы, княжна. Они не мои. Это бусы Анны. Держи свои цацки, Аннушка. Какая я тебе, Аннушка? Я Анна Даниловна Исленьева, дочь государева человека. А это не цацки, а его подарок. Али. Отстегни ее таган и положи на пол. Убивай уже. Убил. Но сперва ты встанешь на колени и будешь молить о пощаде. Я встану на колени, Арслан. Но для этого тебе надо отрубить мне ноги до колена. Убьешь невесту султана, да? Я вас услышал, досточтимый Келимбей. Но и вы войдите в наше положение. Я понимаю, ваш статус неизмеримо выше моего. Но у нас приказ доставить девушку в Стамбул. Как мы можем нарушить его? Вы сами сказали, мой статус выше. Поэтому я вам советую просто выполнить приказ и передать эту девушку мне. Видите ли, уважаемый Келимбей, мы действуем на основании письменного указания Мурада Паши, положение которого при дворе выше вашего. При всем моем глубоком уважении к вашему духовному сану, мулла, я намереваюсь выполнить другой приказ. Любой ценой. Нам нужно подумать. Я вернусь в полдень. Убрать это гану. А что, если он не умрет? Женщин во дворец должна сопровождать личная султанская гвардия. Так это и есть султанская гвардия. В войне против персов я бился плечом к плечу с гвардейцами. Поверь, эти люди не гвардейцы. Они могут выглядеть как угодно, но если они на самом деле посланы султаном, то обязаны знать, что к султану везут двух девушек. Двух. А они приехали за одной. Так или иначе, их слишком много. Нам не выстоять. На все воля Аллаха. У нас приказ охранять невесту султана. Теперь, видимо, двух. До полудня мало времени. Мы все поняли, Юкер эфенди. Говори, что нам делать. Точите клинки. Юкер эфенди, клинки наших ятаганов всегда заточены. Я знаю. Точите клинки. Ты мне друг, Байзидага. Но если людьми султана, я ссориться не хочу. А если они не люди султана? Тебе стоит шевельнуть одним пальцем, и здесь будет вся охрана Трапезунда, которая готова уничтожить любого, на кого ты укажешь. Все не так просто, друг мой. Какую бы сторону я ни выбрал, я могу оказаться неправ. Ты слишком осторожен, мой друг. Иначе не стать губернатором. Важно сделать правильный выбор.
Пайседака. Я тебя понял. В любом случае, я буду считать, что ты оказал мне услугу. Ты мудр, мулла. И ты прав. Я очень осторожен. И я ничего не видел и не слышал. Не кори меня. Мне и самому неловко. Ты знаешь, я ни на кого не держу зла. Ступай с миром. Твой кров послужит нам крепостью. Друг мой, отдай девушек Келимбею, иначе они убьют тебя и твоих людей. Их три десятка, не меньше. Удачной охоты. Убирайте шатры и прячьте лошадей. Элкери Фенди, ты суп из потрохов готовишь? Тебе этот суп поперек глотки вставит, а потом вместе с мозгами выскочит. Почему? Ты мог меня выдать. Ты мог меня убить. Когда Элкера Фенди закричал, я подумал, если что-то серьезное, то Геор может понадобиться. А если мелочь, я расскажу о твоем предательстве. Оказалось, не мелочь. Поэтому ты все еще жив, Геор. Их много, и они неплохо вооружены, а у нас оружия маловато. Да, нужно было мушкеты взять нам. А ты не боишься, что я тебя во время боя случайно зарежу? Хочешь сказать, ты глупее меня? Ты стоишь троих, а я пятерых. Это будет очень много значить. Когда наступит полдень? Обещаю, мы будем защищать вас, насколько это возможно. Но даже если нас всех перебьют, то не думаю, что вашей невинности что-то угрожает. Этим людям вы нужны невредимыми. Это на всякий случай. И что нам делать? Довериться и молиться. Можешь себя убить. А ты? Докладывай. Русский живет тихо, выходит редко и ненадолго. Пару раз бил в порту. Но каждый раз обедает в одной и той же таверне. Хозяин турок? Турок. Зовут Осман. Мы его проверили, дали необходимые наставления. Он будет молчать и делать то, что нам надо. К тебе приставлены двое. Один заручился моей поддержкой против тебя, Данила. А второй сидит здесь, в зале. А третий чинит обувь на углу. Это невозможно. Это Хусейн, я его полжизни знаю. И полжизни он знает, что ты православный. Тут даже никто не знает, что я из греческого рода. Иначе бы меня здесь не было. Отец Клементий ждет вас.
Опустите оружие! Паша, необходимо ваше участие. Что прикажете с ним делать? Ничего. Поучиться, как надо исполнять свой долг. Воды ему. Раненым оказать помощь, убитых убрать. Мы под Стамбулом. Мы уже полдня плутаем. Долго еще? Так надо, чтобы хвосты от таверны к храму не привезти. Там святыня. Не дай бог, в чужие руки попадет. Если заприметят, тебя и схватят. Не выдашь? Не выдам. Под самыми страшными пытками не выдам. Много ты про пытки знаешь. Я к ним готов. Мы почти на месте. Раджеп Паша, сюда. Мы поймали главного. Узнаешь меня, Келимбей? Реджеп Паша. Как ты посмел обрядить свой сброд в одежду личной гвардии султана? Увести и допросить. Как-то нескладно у нас знакомство вышло. Я полагал, что буду говорить с царем Федором Иоанновичем. Человек полагает, а Господь располагает. Царь на молении. Я пришел говорить от имени великого султана о передаче русским царством земель от Раздорского юрта до Астрахани. От Каспия нас отрезать хотите? Или повод ищете? Волею Аллаха великий султан заботится не только о своих интересах. Если мы заключим соглашение, то земли будут переданы верноподданному Османской империи Крымскому ханству, немало претерпевшему со стороны русского царства. Ваши верноподданные крымские татары имеют обыкновение нападать на наши земли и уводить наших людей в полон. Набеги прекратятся, как только ваш царь отдаст земли. А если нет, тогда что? Несговорчивость в подобных делах заканчивается весьма плачевно.
История знает немало тому примеров. Да. История помнит, как при молодях наши стрельцы и казаки били ваших янычар. Для великого султана это и вправду печальный пример. Ваши слова можно считать отказом. А чего же? Вовсе нет. Только ты говоришь от имени султана, а в верительной грамоте у тебя другое имя. Вам что, достаточно грамоты от визиря Хасана? Будет грамота от султана, будет разговор. А ежели нет, то и говорить не о чем. Единственная сила, которая может противостоять визирю Хасану и его союзникам, это Мурад-паша. К сожалению, у меня нет людей, вхожих в его окружение. Нам нынче самое важное — не допустить войны русских с османами. Если Мурад в этом поможет, он нам потребен до крайности. Так что давай к Мураду-паше подбираться. Мы пытаемся. Но мне не хватает ни молодых рук, ни молодых глаз. А сам я стар. Не ропщи, отче. Не ты ли мне говорил? Делай, что должно, и радуйся тому, что имеешь. Я все сделаю, Данила. Спаси Бог, отче. Теперь прощай. Пора показаться соглядатаем Хасана. Поди заскучали там. Прощай. Уважаемый Реджеп-паша, Калимбей нижайше просит дозволения на разговор с вами. Веди. Мне сказали, что ты готов говорить. Реджеп-паша, я прошу милости. Прекрати мои страдания. И что же удостоит тебя такой милости? Я назову имя. Называй. Сказал то, что я хотел услышать, осталась самая малость. Ты должен повторить это перед лицом султана или на суде перед лицом кади. Наивно, Келимбей. Наивно и глупо. С твоей стороны, Реджеп-паша.
Вы хотели говорить со мной? В вашей стране так много людей, готовых говорить от имени царя. Я даже теряюсь. Вы сами просили встречи. Смелее. Какой ужас. На ваш дом напали. Из всех, кто воспользовался вашим гостеприимством, живых остались лишь двойные чары, полковой мула и невеста султана. Пойди така, как он? Что с ним? В лучшем случае протянет до вечера. Много крови ушло. Я сделал все, что в моих силах. Этот человек обязан жить. Адам! Алит! Бегите по всем врачам Трапезунда. Все лекари до единого должны быть здесь. Быстро! Я жду вас в Стамбуле. О том, что не вернетесь в гарнизон, вашему командованию сообщит гонец. Он уже в пути. Теперь вы гвардейцы султана Османской империи. Стамбул населяет около 400 тысяч человек, что ставит его в один ряд с такими крупнейшими европейскими городами, как Рим, Париж, Москва и Лондон. Большую часть населения составляют турки, но в Стамбуле имеются кварталы, заселенные людьми других национальностей, греками и армянами. Обычно они селятся вокруг церквей и резиденций своих патриархов, но по приказу султана Мехмеда многие церкви закрыты, и христиане вынуждены тайно исповедовать свою религию. Послание от великого визиря. Спасибо. Уильям, прервемся с донесением. Визирь Хасан приглашает меня в гости. Эта встреча может оказаться очень важной для нас. Говори. Мстиславский ничем себя не проявил, а вот Романов второго дня с турецким послом встречался. Вот оно как. Продолжай следить, Мирон, за всеми. То, что Мстиславский себя никак не проявил, его не обеляет. Женщины доставлены великому султану из Трапезунда. Армянка – невеста султана, русская – подарок от ногайского хана.
Идите за мной. Вам приготовили другие покои. Но мы вместе. Это просьба невесты султана. Нет. Не грустите, русская госпожа. Уверена, все образуется. Какая я тебе госпожа? Я теперь наложница. Для меня вы все равно госпожа. Ты! Ступай за мной. Не уходи. Прислуга не может жить вместе с наложницей султана. Меня отправят домой. Я прошу вас, позаботьтесь о моей княжне. Я постараюсь. В битве при Крессии английские лучники остановили нацистско рыцарской конницы французов. С тех пор лук в Англии считается благородным оружием, достойным настоящего джентльмена. Воистину. У нас стрельбу из лука называют ремеслом султанов. Составные луки Востока намного мощнее европейских. Их склеивают из кусочков кости, рога, дерева и кожи. Это повышает упругость и увеличивает мощь выстрела. Прошу к столу. Я жду приятного для нас обоих известия, дорогой лорд. И предлагаю скоротать время за трапезой. А какое же известие мы с вами ждем, дорогой визирь Хасан? Должны доставить из Трапезунда русскую девушку, дочь посла Исленева. Когда она будет в наших руках, тогда переговоры с русским послом пойдут так, как это будет угодно нам. Вы искусный дипломат. Великий визирь, прибыл гонец. Давай скорее. Входи. Случилось много, уважаемый визирь Хасан. Дочь Исленева в гареме. Она стала наложницей. Время ужина. Я не буду. С Норовым. Русская. Я тоже русская. Олькой звали. Я тоже с Норовым была. И здесь уже 30 лет. Много чего повидала. И так тебе скажу. Ты себя не изводи. Все одно упорство даром пропадет. Турки, знаешь, как говорят?
Касмет, так решил мой Аллах. Ничего не изменить. Но ты красивая. Султан тебя заметит. А повезет, жену сделает. Да я не хочу. Ну и глупо. Тебе уже повезло. А будешь умный, повезет еще больше. Не упрямься. Не повторяй моих ошибок. А то вместо почета и роскоши будешь до старости в прислугах ходить, как я. Они имение сожгли. Семью порезали. Меня увезли на край света. Больше тебя никто не обидит. Ты под защитой султана. А жемчуга у тебя эти откуда? Подарок. Батюшкин подарок. Это все, что у меня от родного дома осталось. Спрячь. Ни к чему носить в гареме на показ драгоценности, подаренные не султаном. Батюшка. Этот город 1500 лет назывался Константинополь. Очнулся. Неделю без памяти лежал. Слава Аллаху всемилостивому и милосердному. Все в руках его. И происходит по воле его. Трогай. Ну что, много? Нет, госпожа. Не вижу ни одного, их нет. Это потому, что ты старая и слепая. Ну вот. Я же говорю, что ты видишь, как верблюдица безлунной ночью. Простите мою старость, госпожа. Я и правда плохо вижу. Аллах простит. В гарем привезли двух новых девушек для вашего сына. Что ж ты молчала? Что так долго? Масуд все принес. Кто это? Одеяние медника из ремесленного квартала, господин. Ты просил, чтобы все было настоящим. Масуд долго отмывал кровь с обуви. Помоги, отец. Господин, теперь ни один смертный не отличит вас от ремесленника. Ну и город. Муравейник какой-то. Не муравейник, а центр мира. Фазан говорящий. Этот фазан называется попугай. Так вот он какой. Сосед с нашей станицы Иван Терентьев про попугаев рассказывал. Сосед. Странный вы народ, русские. Вы живете на краю мира, а все обо всем знаете. Идем. Thank you.
Эта шуба какая? Да это самой царице впору. Ну, а кто ж ты у меня? Ты ж моя царица и есть. Я же уходил, он еще юнцом безусом был. Сколько лет прошло? Чуешь, сухим доником пахнет. А цикады как трещат, да? В Сибири, сынок, все другое. А тут все наше казацкое. Ваш хамам, ерунда какая-то, не баня. Вот у нас в станице баня была. Дед Трофим бывал, как поддаст парку. Аж крыша поднимается. А на верхнем полке никто дольше моего бати выдержать не мог. Вот он выйдет в прорубь бултых, и только пар столбом. Зачем ты там в Трапезунде к женщинам султана пошел? Русская уронила бусы в окно. Лилит попросила принести. Я принес. Ты мог их утром с прислугой передать. Она очень попросила, значит, эти бусы ей дороги. Русская или Лилит? Русской. Понравилась она мне. Анна Даниловна. Ты говоришь о женщине султана. За такие речи тебе голову отрубят и выбросят у стены так копыт. Ты понимаешь? Понимаю. Только ты сам на Лилит смотришь во все глаза. Ни одна из них не сделает моего сына счастливым. Почему вы в этом так уверены, госпожа? Они обе стройные, у каждой белые зубы, густые волосы. У обеих стати и высокая грудь. Я не вижу в них изъяна, они обе красивы. У них печальные глаза. Они обе несчастны. Они счастливые женщины не способны осчастливить мужчину. Приходи еще, уважаемый. Что такое? Свадьба? Это зикр, священный танец. Воспаляют Аллаха. Да? Благородные дервиши! Почему вы делаете зикр в грязном переулке, а не во дворце Топкапы? Кто запретил вам, столпам веры, славить Аллаха Великого и Милостивого? Кто? Наши предки славили Аллаха там, где они считали нужным! Пришло время вернуться на истинный путь! По приказу султана это запрещено! Султан ничего не может запретить истинным слугам Аллаха! Ты слышал? Они хотят нарушить приказ султана. Идем, Топкапы! Да ну их бесноватых, идем. Останови! Что ты делаешь? Люди! Остановитесь! Остановитесь! Зикр! Я не сразу узнал тебя, господин.
Послушай еще раз. Когда толпа сметет стражу на площади у дворца, веди своих к воротам. Толпа пойдет за вами. И мы прорвемся внутрь, а там и до гарема недалеко. Мне нужна эта русская. Чего встал? Иди, славь Аллаха! Зигр! Зигр! Благородные дервиши, вы нарушаете покой владений султана. Долг гвардейцев защищать дворец, и они выполнят его. Прольется кровь. Разве ваша вера допустит это? Люди, идите по домам. Почему он замолчал? Почему он не повел толпу на стражу? Масуд не знает, господин. Масуд всего лишь ваша тень и опора. Стоять. Чего там? Али, гвардеец султана. Это преступник, он народ на бунт подбивал. Он лжет. Взять обоих. Паша,
Мне кажется, что эти пленники и есть зачинщики бунта. Городские стражники арестовали их рядом с площадью. Эти двое так кричали, что пришлось заткнуть им рты. Снимите кляпы. Как вы посмели? Тише, тише, глубоко уважаемый. Назови себя. Ты хочешь сказать, что не узнаешь меня, Мурат Паша? Я узнал тебя, Хасан. Но хочу, чтобы ты назвал себя сам. Я Хасан Кара Ахмед. Визирь султана Мехмеда. Объясни мне, глубоко уважаемый визирь Хасан, почему ты в таком простом платье? И что ты делал на площади в эту неспокойную ночь? Я выполнял твою работу, Мурат Паша. Мне стало известно о заговоре. Я оделся простым ремесленником и пробрался в сердце мятежа. Я почти схватил главаря мятежников, но этот шакал убил его. Он виновен, достоин смерти. Он врет. Он сам подбивал людей на бунт. Ну а ты кто такой? И как ты смеешь обвинять высокочтимого визиря? Янычар великого султана. Записан в гвардию по приказу Раджепа Паши. Ты из тех янычар, которых Раджеп Паша привез из Трапезунда? Мы охраняли невесту султана. А сегодня я видел, как начинался бунт. И этот подбивал людей ворваться в гарем. Хорошо, я разберусь. Проводите глубокочтимого визиря Хасана в его дом. Я думаю, что ты невиновен. Допускаю, что именно визирь Хасан подбивал дервишей на бунт. А охранял его слуга по имени Масуд. Тот, которого ты и убил. Но казнят в любом случае тебя, а не его. За что? Твоя правда ничего не стоит против правды визиря. И за тебя никто не заступится. Ну, разве что... Я мог бы помочь тебе. Но с одним условием. Мне нужен свой человек в охране дворца. Так сказать, глаза и уши. Я должен знать настроение и тайные помыслы людей, которым доверено охранять покой Топкапы. Я должен доносить на людей, с которыми служу? Это подло. Подумай сам. Если то, что ты рассказал мне сейчас, правда, то ты именно это и делал сегодня. Защищал покой Топкапы. И ты сам же говоришь, что это подлость? У меня есть просьба. Я еще не отвел саблю палача от твоей шеи. А ты уже просишь. Да ты наглец. Ну, говори. Пусть со мной в охрану дворца возьмут янычара Арслана. Это мой товарищ по службе. Борис Федорович. Борис Федорович. Хорошо ли почивали, Борис Федорович? Скверно.
Новины давай. Евгения Шуйская отправилась на богомолье в Лавру. Давай дальше. Что в Европах творится? А с мамой что? Князь трансильванский Жигман Батори разбил передовой отряд басурман. А броню их предводителя Саган-Паши нашему государю Федору Иоанновичу в подарок прислал. Что за броня? Доспех. Из стальных пластин. Знатные. Князь Мстиславский государю заметил, что в таких доспехах османы будут неуязвимы для русских ратников. Государь теперь доспеха боится. Вот и Мстиславский себя проявил. Одеваться мне живо. Ну что, братцы, проверим, какова на зуб османская сталь. Стреляй! Неуязвимый. Трещали! Вали! Что, государь, одолели мы твой страх? Одолели, Борис Федорович. Узнают и... На первый день во дворцовой страже. Их нас не узнает. И темно. Ты везучий. Я видел, как по двору шла Лилит. Значит, они обе там. Что это? Это дворцовая стена. И здесь нас с тобой заметила охрана. А вот здесь. Что ты такой пугливый? До нас никому дела нет. Не испытывай терпения Аллаха. Удача не вечна. А ты не каркай.
Кто из вас Али? Я. Следуй за нами. Если не пойдешь сам, нам придется применить силу. Я став оружие. Иди вперед. Благодарная женщина. Присядь. Пей. Это просто розовая вода. Я слышал, что мужчин, пробравшихся в гарем Топкапы, ждет смерть. Тебя привел Кара по моему приказу. Вы меня с кем-то перепутали. Ты весь соткан из достоинства, Али. Как полагается настоящему герою. Какой же я герой? Предлагаю тебе службу. Я уже служу султану. Мы все служим султану. Я говорю о другом. Народ любит султана. Но в любом народе всегда найдутся мерзавцы, желающие расшатать устоявшийся порядок. Султан держит их в повиновении, но когда султана нет, в этот раз всех нас спас ты. Я видела. Предлагаю служить мне. Спасибо. Мне пора. Иди. Ну, подумай. Я жду твоего решения. И учти, я не привыкла к отказам. Я в гареме был. Под охраной провели. Еще и глаза завязали. Евнух черный такой, Кара зовут. Я посчитал шаги, запомнил повороты. Смогу вернуться. Зачем тебя повели в Топкапы? Меня привели туда по приказу одной достопочтенной хатун. Больше ничего не скажу. Извини.
Hadi önüne bak. Yürü. Hadi. Herkes önüne baksın. Hadi. Herkes önüne Отче, я там в городе на рынке среди рабов Серафима увидел. Какого Серафима? Ну, Серафим. В Москве митрополита в лавре гостили, помните? Ты хотел меня видеть? В Стамбул прибыл корабль с рабами. Ты можешь узнать, куда их отправили? Всех рабов, прибывающих в город до продажи, держат в темницах на невольничьем рынке. Туда можно как-то попасть? Невольничий рынок окружен воинами. Осман, я спросил не об этом. Раньше был тайный путь. Я узнаю, отче. Хорошо. Ступай с Богом. Если турки узнают, они нас убьют. Вы же сами говорили, от нас зависят сотни жизней. От него, возможно, тоже. Ты подумай, где Москва с лаврой и с митрополитом, а где Стамбул? Думаете, он не случайно здесь оказался? Гафу! Дядя! Неужели наш султан наконец возвращается из похода? Наш отряд поехал вперед предупредить, чтобы Стамбул готовил встречу победителям в Керестецкой битве. Страдания. Вон все в углу. Их били за побег. До утра не доживут, исповедую их. Участь умирать безымянным. Отец Клементий. Хорошо, что пришел. Послание у меня к тебе. Дочь Ислинева. Османа в полон взяли. Дать ему. Об этом не надо. Коля брат знает. Следить за ним особо. Ежели хоть малое подозрение на измену Ислинева, докладывать гонцом немедля. Повеление к выполнению обязательно. Все. Я тайный ход знаю.
выведу тебя отсюда. Остальных тоже выведешь. Если я с тобой пойду, они шум поднимут. Никто не выйдет. Слушай меня. Я выведу вас. Меня переиграли, Гафур. Более того, я теряю людей. Да еще этот проклятый янычар путается под ногами. Так что твой приезд весьма кстати. Я не хочу оспаривать твоих решений, дядя. Но ты уверен, что война с русскими – удачная затея? Мехмед жесток. Но войны не выигрываются одной жестокостью. Никто не говорит о том, чтобы без оглядки кидаться на русских. Есть Ногайское и Крымское ханство. Они дикари. Но если их направить... Кроме того, нас готовы поддержать в Европе. Беда в том, что помимо нас у султана есть другие советники. И эти советники рушат мои замыслы. Я думаю, не стоило выдавать дочь русского посла за новую наложницу султана. Да, это была моя ошибка. Как простую девку, ее везли бы дольше и сложнее. Но она была бы сейчас у меня в подвале, а не в гареме Топкапы, и этого Исленева я держал бы за горло. Да, дочь русского посланника не у тебя в подвале. Но откуда об этом знать русскому посланнику? В Стамбуле наверняка найдутся люди, которые скажут Исленеву правду. Значит, нужно поговорить с ним прежде, чем он узнает эту правду. Любой отец потеряет бдительность и рассудительность, если узнает, что его дочери грозит опасность. Мне так тебя не хватало, Гафур. Что случилось? Мой господин, мне только что передали мои люди, человек, который встречался с русским послом Исленевым, в таверне у Османа, тайно проник в подвалы, где держат невольников. С ним были еще старый сириец. Дядя, давай я этим займусь. Я возьму своих людей и пойду туда. Своих не надо. За порядком в городе следят янычары Мурада Паши. Вот пусть они и потрудятся.